А в среду тогда я твинками соберу до 10 тогда. Сгоняю. Десятку? Да, десятку. Ну там, кто хочет, приходите. Мораль будет. Я поставлю себе. Груди, а что там у тебя? Третий размер. Все на месте. Поехали, танки. Груди, все заебись. Груди на месте, блядь. Да, нам нужно это. В Дискорде сделать канал, короче, мемом. Да, мы же такого нахуй нахуярим. Можно уже, блядь, книгу писать. Ну да. Старые извращенцы. А чё? Решил не раз за это? Так, идите к воротам, кто в комнату идет уже. Мне 5к загнули за разбан. Чё там донатил? Почку? Груди. Там груди? Груди. Переставьте тотемы. Давайте, заходите в комнату, подходите к воротам быстрее. Че я там донатил? Ну пиздец. Какой-то. Так, Леха, ты с середины, как все как красиво. Ты как-то в прошлый раз делал, что он, блядь, прибежал сюда. Че ты делал? Блять, ну там сало, да. Там сало, а, сало, да. Да. Ну, давай еще. А, ты мука. Убери пета сюда, мораль. Контроль взял его в МК. Все. Короче, да. К кресту не подходим. Заливаем этим. Вот эти мобы, железные стражи, да, короче, они еще кривуют, а что, блядь, нужно, чтобы вой вперед бежал, все равно. Этого заливаем. Так, стойте, все, побежали по правой стороне. Все, давай, рога так же, как мы делали. Сейчас налево перебегаем, налево перебеги. И сейчас вот, и направо опять, на правую сторону. Войда не проебать, блань кидай. Так, от квадрата отошли, так. От квадрата. Забегаем только в комнату. Я и койл еще дам, не спешу. Череп, все, быстро. По мобам таргетно собирайте. Таргетно по мобам. Встаньте вот, вот сюда, к стенкам, потому что он будет чаржиться вас. О, видите, он чаржится, кидает. Убедителя, быстро. Вот это убейте сразу. Прислужника, ребята, он у вас на фул хп захилился с 10%. Он типа эту флешку кидает или стамп или чё, блин? Он кастует вас, никто так не сделал. Очень вижу, что он там. Всё, можно прям вот этот дверь где-то. Пробудителя все. По кресту. Ушли от черепа, ушли. Череп. С подмор, блядь. Смотри, там твой пета уехал. Блядь. О, у нас нечаянно. У нас, блядь. Каст шлива к станам сбивается тоже. Рога можешь стан давать во время каста большого. Контроль дайте. Не сбился. Это магический у тебя, а не физический. Клиф. Попробуй рога сбить. Он и типа повторит дальше, но он не бьет, потому что он снизу уже пиздец, все. Все. Егор отъехал, руга отъехал. Блять, какой молодец, это УЕ ебашит через мол, через ИЦ. Могут, блять, нахуй дизарм сунуть, блять. А, падает. В чем нахуй падает, проблема, падает. Блять, защитнику этому ебаному всунуть дизарм, роги, блять. Два роги помимо меня, блять. Видите, что он крутит, нахуй, он по 4000 хуярит за раз. Дайте дизарм, все. Дизарм, стан, эфир. Все, что хотите, давайте. Все работает. Все. Типа, вообще не вижу каких-то проблем.
Я три этих одним фиром сбил. Ну, долгое КД. Это у нас клеем, типа вихрем, да, ебал? Не только. Вообще, да, массовый урон. Я заметил, еще петы стоят нахуй близко к башням, молния ебашит через петов по рейду, нахуй. Хуёво, нету второго креста, если бы они двоих взяли в МК, было бы заебись, блядь. На проходке делать. А чё там, стакается хоста, что ли? Стакается. А, нихуя себе. Я видел тактики, где трех, короче, престов стоят, там просто бомбически всякие роги просто взрывают вообще мобов. Просто подошел, трясь, нету никого. 60% хосты типа дается? Вообще бомбически просто. Во Фурик тоже такой, трясь, да, так. Пускай через полчаса, блядь. Там у Вара Рага Регенс, наверное, ебанутая. Да, вообще забудь про рейде. Ну, кроме меня. Давайте резче хавать, ребафать.